Типа... О, слушайте, там что-то Андрей написал на наше письмо. Да, ура, хоть кто-то. Нифига себе, только люди из Крыма нам отвечают. А почему мне то уведомления в сеть не приходят? Что за хрень? На наши письма, Кать, почитай ответы, наверняка пишут. Мы далеко не в Дели, но тут тоже жарко. Я поняла, не поняла, почему это на месте с Тяньшань ответ. А, кстати, вот наше письмо, тут как бы у меня нету его. Которое вот вы писали. Подожди, мы далеко не в Дели, но то есть тоже, мы же так писали, по-моему. Мы что записали поэтому? Но мы вот так хотели начать какое-то письмо.